текущем рейтинге Камчатка занимает очень достойное место. Мы сейчас на 17-й позиции в том рейтинге, который опубликован. И возглавляем на Дальнем Востоке рейтинг регионов. Хочу подчеркнуть, что это оценка усилий органов власти, а не просто объективно сложившейся ситуации. То есть меряются не там, уровень доходов сопоставимый, не какие-то другие условия, которые сложились в результате объективных или субъективных факторов за многие годы, а именно та работа, которую органами власти проводится. В большой степени и эти результаты – это оценка работы наших муниципальных образований. И самое главное для нас – это некоторый индикатор, где нам нужно большую активность проявить. Поэтому я еще раз повторюсь, что попрошу вас всех с ним подробно ознакомиться с показателями.